Эрор просит вашу душу. Фиг тебе, Эрор. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Undertale Battle Mod. Симулятор различного рода битв в Undertale. Мало того, там еще и... О, здрасте, смотри, Флауи вылез. Блин, прикольно, а я этого не видел раньше. Я сейчас просто перед записью настраивался, видимо, прошло определенное время, я никогда столько не сидел в этом меню. Может, еще кто-то появится? О, в натуре, смотрите, песик появился, действительно. Так, ну что, это прикольно, это такая интересная пасхалка. Ну окей, я все-таки нажал Enter, и смотрите, Mod Selection, Duration Arcade Custom. Duration это у нас... Тут, блин, этого я тоже никогда не видел. Ну я еще толком-то не играл в эту игру, но тем не менее, это прикольные пасхалки, мне нравится. Смотрите. Тут у нас, короче, нескончаемые битвы. Если мы хотим нескончаемо с кем-то сражаться, нам нужно выбирать duration. Arcade — это просто идет одна битва за другой, в плане, ну, грубо говоря, как серия битв, я так понимаю, видите? Один за другим. А вот что меня интересует, и я уже выбрал, в принципе, чем я буду заниматься. Смотрите, нажимаем Enter, вот здесь вот Custom. Выбери из всех врагов того, которого захочешь, и сражайся именно с ним. Это великолепно, если хочешь попрактиковаться на любом... специфическом враге. И, в общем, из всех представленных здесь я выбрал Эрор Санса. Хочу посражаться с ним. У меня уже недавно была битва с Эрор Сансом, но она была, насколько я помню, довольно простой. Я вот намереваюсь попробовать новенькую битву с Эрор Сансом. Надеюсь, что она будет сложнее, интереснее и увлекательнее. Итак, появляется наш чувачок. И у него что-то не то с шеей, кстати говоря. Тебе бы надо реально провериться у доктора. У тебя голова аж искривляется, просто жесть как. Ты чувствуешь, как будто... Так, я сейчас покажу, куда я так уставился. Вы этого не видите, господи. Вы этого не видите, смотрите. Сейчас я вытяну рамку бандикама чуть вверх. Смотрите, видите? Это как бы окно, в котором я играю. И смотрите, что происходит с названием. Ты чувствуешь, что тебе скоро предстоит самое худшее время. Ну, давайте по традиции, как я это обычно делаю. Давайте постараемся его, например, пощадить. Spare. Господи, да, это как скример какой-то, реально. Это жесть, это реально как какой-то скример. Я просто еще пуганный, я в Outlast только что играл, поэтому... Айтем, так, смотрим. А, не будем тратить, отличилки какие-то. Акт, Санс, перевернутая надпись. Толк, ты пытаешься говорить с Эрором, он перебивает тебя, прежде чем ты заканчиваешь. Невежливо перебивать Эрор вообще-то, козел ты такой. Ну-ка, давай-ка еще раз поговорим. То же самое. Ну, значит, остается, по-видимому, только бить его, да? Fight. Пау. А, он уворачивается. Что? Ты думал, я позволю тебе вот так вот меня взять и ударить? Ну, вообще, да, я намерен... А, смотрите-ка. Съезжает! Какого хрена съехала, я не понял. Опять съехала? С каждым выстрелом этого его эроровского гастробластера в сторону съезжает экран игры. Твою мать, придется поправлять. Смотрите-ка, так. Ах, что ж такое, вот... Вот тот, кто это делал, он явно не думал о бедном несчастном летсплейщике Декарте, который будет сидеть и выравнивать рамку бандикама каждый раз, что ли, реально, как это будет происходить. Когда я впервые посмотрел в код твоей вселенной, я знал, что что-то не так. Слушай, чувак, что ты воруешь у Маффит атаки? Это у Маффит всегда все на паутинках таких было. Ай-яй-яй, это нечестно, Маффит обидится. Ты чувствуешь, как, ну да, это надпись уже была, глюки дышат мне в спину, грубо говоря. Так, вообще, если я все время промахиваюсь, может, не надо по центру его бить, а сразу ударять? Вот это беспорядок. Эта вселенная даже не на том же языке, что и оригинал. Ого! Нехило так! Так, ну давай-ка дальше, оп. Но я не думаю, что это сейчас важно. Ты уже мертв в то время, как мы разговариваем. О, черт! Какого? Стоп! Так, атакует меня его говёные гастробластеры. Уворачиваемся. 75% здоровья, может что-то съесть? Или пока поэкономить? Наверное, пока поэкономим. Снова та же надпись, давай еще удар. Наносим. Твоя вселенная будет уничтожена после того, как я повеселюсь с тобой. Так, окей. Я не могу. Не могу, эти сраные кости, они меня все-таки задевают. Я не могу на этих паутинках долго удержаться. Еще раз. Моя работа непроста, но это работа, которая должна быть сделана. Вне зависимости от appreciation, от благодарности, от того, ценит ее или нет. Вне зависимости от того, ценит ее или нет, я так понял. Сейчас вот я легко избежал. Нет, Санс, Эрос, давай-ка ты, наверное, чувак, что-то пожестче мне
преподнеси, а то это все слишком просто для такого мастера, как я. Да, я сейчас договорюсь. Это работа, за которую никто тебя не поблагодарит, в конце концов. Паутинок, кстати, нет. А куда паутинки делись? Ну вот зато вот паутинок нет, а экран по-прежнему игровой съезжает в сторону. Ну нахрена? Нахрена? А, это надо было. Так, все. Все, смотрите. Напоследок он там что-то пернул. Ты ощущаешь, как глюки наползают. Наползают. Да, давай. Смотри, не то, чтобы я хотел тебя убить. Ну так и замечательно, и не трогай меня так. О, нифига себе. Так. Блин, как... Ну, подождите. Вот это легко. Вот это, в принципе, просто. Еще раз. Так, давайте. Раз. И разрушать жизнь, это не то, чтобы так уж весело оккупировать. Не то, чтобы это такое уж веселое занятие. Точный перевод. А, вот это я умею. Такие атаки уже были. Это легко. Это я умею. Так, еще раз удар. Удар наносим. Но все, что я знаю, это грязные глюки вроде тебя. Они не должны существовать. И что? А, стоп. Вот так? А, блин, да я не могу, я запутался. Да чтоб тебя. Чувак. Подожди, вот так, в сторону стоим. Теперь надо что-то пожрать, реально, давай. Ты съел баттерскотч пай, и ты восстановил свой HP? А почему фиолет? И почему исчезает? Как действуют эти гребаные хилки, я понять не могу. Ой-ой-ой. Стоп, чувак. Смилуйся, Эрор. Смилуйся. Пощади. Что ж ты творишь, окаянный? Блин, надо еще что-то сожрать. Нудлс, лапша. Лучше сухой употребить. Да чтоб тебя, хватит эту атаку, она слишком жесткая, я не справлюсь. Так, вот так. А, ну он либо там атакует, но я не могу. А, иди в сторону. Да в сторону, да куда ты встал прямо под... Я говорю, в сторону, он встал прямо под этот луч смерти, блин. Ты опять, да, чувствуешь глюки. Хватит уже мигать, хватит вот это мельтешить вот этим белым. Честно, это единственная штука, которая заставляет мою жизнь иметь хоть какой-то смысл. Окей, опять что ли? Да это ж невозможно. Почему он? Это самая сложная атака, он ее повторяет раз за разом. Блин, я могу это реально не пройти, если так дальше пойдет. Окей, так, файт. Ну-ка, давайте файт. Или это просто мое бедное такое оправдание из-за того, что я ленив. Тихо, вверх, вниз, вверх. Это легко. Это все. Справились. Так, 2 из 99. Боже, я сейчас сдохну. Черт, если бы я только знал. Уворачиваемся. Да, блин, а, ну ты посмотри. Окей, я запомнил фразу «Черт, если бы я только знал». С нее и продолжим. «Черт, если бы я знал». Дошел я до этой фразы, снова он закидывает меня костьми. Надо отметить, я тут пока молчал, прислушивался к саундтреку. Саундтрек просто шедевральный. У мелодии вообще нет никакой композиции, она постоянно меняется, она постоянно прерывается помехами. Короче, происходит просто полная жесть творится. Есть что-то, что я знаю, если есть что-то, что я знаю наверняка, так это то, что ты должен быть эрудицирован. Или, наверное, стерт, я так понимаю. Давайте, нажимаем. А, блин, поехали. Так, вот я, кстати, вроде бы я научился уворачиваться с этих типов. Надо вправо-влево просто нажимать, это удобно. Файт, поехали, погнали. Я должен был начать эту работу намного раньше, но сейчас уже слишком поздно. Есть слишком много вселенных, чтобы уничтожать их все одной жизнью. Вот почему я должен попросить тебя об услуге. Отдай мне свою душу. Это будет единственный способ, при котором я смогу избавиться от всех этих вселенных. Так что давай, пожалуйста. Эрор просит вашу душу. И, блин. То есть это и так пощада, я так понимаю? Я должен... Ну, давайте попробуем. Да, спасибо. Стой спокойненько и не двигайся ни на дюйм. Нихрена себе. Так это, по сути, проигрыш. Гейм-мод, блин, а это надо было дальше играть. Я еще дошел с такими относительно неплохими результатами, блин. Ну ладно, окей, с того же момента продолжим. Итак, добрался я повторно до этого момента. Эрор просит вашу душу. Фиг тебе, Эрор. Файт. А, ну да, еще вот так по центру ударяем. Ну, не по центру, ну, я так и знал, что он... В принципе, это очевидно, что мы по нему не попадем. Ну что ж, полагаю, я просто должен забрать ее у тебя, с твоего мертвого тела. Ты ощущаешь, что тебе предстоит самое худшее время. И вот тут-то, я так понимаю, начинается битва. Ну да, как в принципе и было с обычным Цансом в Бэттайме. Он там тоже говорил, типа, я, знаешь, давай я тебя пощажу. Ты говоришь, окей, а потом он тебя вот так вот хорошенько. И он сейчас меня тоже. Я представляю себе, какие сейчас атаки, блин, пойдут.
Забавненькая эта вселенная, да? Кажется, что она сдерживает каких-то персонажей от некоторых других вселенных, которых я посещал. Ну да, ты же Эрор. Какого хрена у меня сердечко обосралось кровью? Когда я впервые посмотрел в код твоей вселенной, я знал, что что-то было не так. Реально, смотрите, полное говно, атаки идут те же самые. Я не знаю, он что-то никак не решится, видимо, вытащить тяжелую артиллерию. Ты от меня не спрячешься. А ну хотя, смотрите, видите кости? Кости быстрее летят вам. Мне кажется, что он бомбардирует костями быстрее, чем тогда в первый раз. Но, видишь ли, вся эта битва, она меня утомляет. Ну так все, отстань от меня тогда, чувак, господи боже. Как я еле успел увернуться, блин. Неожиданно, очень неожиданно вот эти мелкие ублюдки начинают выступать. Так, давай, файт. Удар. Если я не получу твою душу вскоре, мне придется использовать свою специальную атаку. Кстати, я только сейчас заметил, у меня здоровье-то повысилось до максимума. А какого хрена? Я как-то не обратил внимания. Сижу с ним тут, махаю с ним по-прежнему. А у меня тут, оказывается, полное исцеление. Ну, используя специальную атаку, говоришь? Ну, блин, это плохо, на самом деле. Я представляю себе, какая у тебя, у этого говнюка будет специальная атака. Окей. Еще? Не, все. Так, поехали, еще удар. И я готов поспорить, что ты не хочешь ее увидеть, не правда ли? Не хочу, чувак, не хочу. Я хочу, чтобы все было немножко... Я не могу сидеть тут еще полчаса, серьезно. Перепроходя это по новой тысячу раз. После этого поворота моей специальной атаки будет хорошее время, чтобы умереть. А во время не будет, да? То есть атака сама по себе говно, да? Но после нее уже можно и помирать. Мне кажется, хорошая атака — это та, от которой ты помираешь. Может, я неправильно перевел, что он говорит. Но это не важно. Важно, что по-прежнему эти ублюдки, блин, по мне стреляют. И опять мне придется вот так вот делать. Вот тут это вот все вот выравнивать, блин. Вот так, выровнял. Хорошо, поехали дальше. Удар. В любую секунду. Что в любую секунду? Это как-то связано с прошлой фразой. Да то же самое идет. Все те же самые атаки. Специальная, блин, атака. Где у тебя твоя специальная атака? Одно и то же все. Одно и то же. Но тоже, на самом деле, надо отметить, что все-таки эта битва с Эрор Сансом сложнее, чем та, что была раньше, и разнообразнее, и атаки интереснее, и не сразу далеко это все проходится. Но, тем не менее, ты мне обещал, что будет сложно. Где сложно-то? Ты реально настойчив, а? А, вот это... Не, ну это легко, это я уже знаю. Это, блин... Ты меня, Декарта, съевшего собаку на бэдтаймах, решил этим напугать? Ну, чувак, ну о чем ты говоришь? Давай, попробуй. Слушай, ты... Насчет той специальной атаки. Я не думаю, что я смогу ее сделать прямо сейчас. Ну, может, это и хорошо, может, это и к лучшему. Я должен признать, ты не настолько слаб, как кажешься. Я посижу твою вселенную пока что, но я вернусь. Ты, возможно, потратил мое время, но я предупреждаю тебя. Я могу потратить всю эту вселенную своими собственными руками. Ну, тут как бы идет waste time, потратить время, и waste, стереть порошок. Каламбурная шутка. Увидимся позже, человек. Да, ты победил. Счет 800. Выйти или продолжить. Ну, левой клавишей мыши надо нажимать, да? Ну, давайте, смотрите. Давайте продолжать мы уже не будем. По одной битве за раз, как говорится. Может быть, продолжим в следующий раз с этой игрой. Посмотрим. Ну, пока что я с Эрором Сансом сразился и не жалею об этом. Эта битва была, реально, она была и интересной, и в чем-то сложной, но в то же время не зубодробительно сложной. То есть я не сижу за ней час, как за некоторыми битвами когда-то сидел. Буквально полчаса сижу. В общем, и мне кажется, это вполне приемлемо. В общем, если вам понравилось то, что вы увидели, то ставьте лайк, пожалуйста. Пишите что-то в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, нажимайте на поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И на этом все. Я, Декарт и Эрор Санс там где-то за кулисами, как говорится, прощается с вами. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.